пришел совсем салагой из учебки в Фергане, но сумел себя поставить как-то сразу. А потом, как говорится, на войне как на войне, но Серега не подвел меня ни разу. А потом долги, заботы, бесприютная семья, служба в органах, погоны капитана. Все сложилось, я смирился, только видно часть меня до сих пор не возвратилась из Афгана. Вот опять кабак, облава по наводке ФСБ. Мы как клоуны в игре чужих амбиций, а навстречу мне Серега снова верен сам себе. Эй, начальник, говорит, хорош беситься. А потом мы с ним в участке пили водку из горла за ребят, однажды канувших в бессмертие. Ведь была же наша правда, ты же помнишь, что была. Где ж теперь она, Серега, кто ответил? Вон, а как нас разметало, я в ментах, а ты в братве. Как же вышло так, скажи ты мне, Серега. Ах ты, русская дорога, невозможный синеве, что кончается по ГОСТам, да строго. А потом, уже под утро, мы с Серегой вдвоем шли, обнявшись, по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром. Пришел приказ, и по приказу мы встаем, взяв АКМ. Садимся ночью в самолет в тот ранний час, когда земля вокруг спала в Афганистан. Приказом воля занесла Афганистан. Красивый горный дикий край, приказ простой: вставай, иди и умирай. Но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет, мечты и горести полно. Лицо красивое в крови, он умирал. Вдали от родины, земли смотрел с надеждой в голубые небеса и все шептал: прекрасен наш Афганистан, Афганистан. Красивый горный дикий край, приказ простой: вставай, иди и умирай.